Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Суббота, 10 часов утра, начались выходные, уикенд. С утра сел традиционно посмотреть в компьютере, что упало на почту, и у меня пришла интересная рассылочка от Groupon. Полезнейшая, кстати говоря, компания, иногда присылает очень интересные предложения, забавные. Вот, сейчас вам покажу прямо здесь сразу. Предложение называется: «А не хотите ли поучиться стать пилотом? Всего за $299 10 занятий вот, часовых, и, соответственно, стоит вот так вот. Вот. Почему бы не пойти не поучиться?» В своей жизни за штурвалом самолета я сидел 3 раза. Один раз это был планер, 2 раза это были разные самолеты. К сожалению, по финансовым возможностям и по времени в России мне свою мечту осуществить так и не удалось, стать пилотом, хотя с детства мечтал пойти учиться туда, но по состоянию здоровья забраковали бы, наверное, вот. А сейчас почему бы не попробовать? Вот. Позвоню, напишу им, съезжу, посмотрю, что это такие за занятия. Кстати говоря, там было еще одно предложение. Там, по-моему, за $150 был тренировочный полет. Вот. Нужно посмотреть точное предложение. Вот. Вполне вероятно, что-то вот одно из двух выберу, посмотрю, ну и прикину свои финансы. Времени у меня сейчас предостаточно, вот. Финансы тоже позволяют. Почему не осуществить мечту детства? Вот. А там, глядишь, может, самолет куплю. Хороших всех выходных. Постараюсь еще запилить парочку очень важных видео. Пока небольшой такой анонс про роды. Если помните, я вскользь рассказывал про страховки медицинские. Вот это было где-то месяц с лишним назад. Так вот, приезжала семья сейчас рожать к нам в Омаху. И вот со страховкой этот путь удался. И у людей получилась очень серьезная оптимизация их расходов на роды. Так что такую удочку закинул для своей аудитории. Надеюсь, заставлю себя на эти выходные сесть и несколько видео выложить для вашего удовольствия. Вам хороших выходных, чтобы у вас все было замечательно, и не болейте, ребят.